Вы самые стильные, яркие, умные, креативные, современные. Да-да-да, это все про вас, про студентов Ставропольского края, про студентов нашего любимого Ставропольского края. Поверьте в свои силы, дерзайте, учите, меняйте профессии, создавайте что-то новое. Вы не наше будущее когда-то там, вы наше настоящее, которое живет в современном мире. Но при всем при этом мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами, и вы в первую очередь, были настоящими патриотами наших городов, в целом Ставропольского края и России. Потому что сегодня это важно как никогда, идет серьезнейшая проверка на прочность. Вы очень нужны стране, ваши знания очень нужны стране. Принимайте их у ваших педагогов, учитесь, дерзайте. И если что-то не получается, никогда не опускайте руки. Я явный пример, я заканчивала наш Ставропольский вуз, нашу обычную Ставропольскую школу, а сегодня я один из тех людей, кто пишет законы страны. Создавайте нам конкуренцию. Нам будет очень приятно, если вы придете на наше место. За лучших студентов Ставропольского края, а лучшими, я считаю, каждого из вас. Ура!